Вітаю вас. Гість нашої студії – голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Маріков. Вадим Іванович, здравствуйте. Добрий вечір. Сьогодні день скорбі. Депортація татар із Криму. Тисячі судів людей іскалечені. І в нашому місті також проходили пам'ятні мероприятия. Заглядка все ж на сьогоднішній день. Наскільки важливо пам'ятати? Ви знаєте, такі дати мы необходимы знать, помнить, потому что это достаточно трагическая дата в нашем календаре, календаре татарского народа, в календаре украинского народа. И в тот период тоталитарного режима, когда люди были в течение 24 часов переселены, потеряв свои земли, потеряв свою работу, потеряв свою родину, мы должны об этом не только говорить, но и предотвращать, если есть такие позывы сепаратизма, позывы тоталитаризма, и это очень важно. Поэтому сегодня николаевцы чтили память погибших, чтили память погибших в концлагерях, репрессированных, политических. Вот людей, которые боролись за права человека, боролись за вот, общее будущее государства, но, к большому сожалению, были политически сосланы в концлагеря. Поэтому люди, николаевцы, помнят эту дату. И сегодня они собрались возле памятника Небесной Сотни, что тоже достаточно... Достаточно так, вот вы знаете, символично, Небесная Сотня также боролась за права людей, за будущее нашей нации. Поэтому эта дата должна быть у нас в сердцах, и мы должны передавать из поколения в поколение. Это история трагическая, какой бы трагической ни было. Мы должны помнить. Вадим Иванович, мой следующий к вам вопрос. Уже создан региональный совет предпринимателей, также есть уже его председатель. Насколько важен, насколько необходим подобный орган? Подобный орган просто необходим. Я почувствовал это от предпринимателей, потому что довольно-таки часто провожу приемы и в области. Вот встречаюсь с предпринимателями малого, среднего, крупного бизнеса. И тот совет при обладминистрации, который существовал ранее, он не оправдал себя, так как практически не было заседаний, так как практически они не решали вопросы, необходимые для предпринимателей. Ну и, соответственно, не было лифта между властью, местной властью исполнительной и предпринимателями. Поэтому мной было принято распоряжение о роспуске и организации создания нового совета, в который вошли более 40 предпринимателей. Это представители как общественных организаций, так и предприниматели малого и среднего бизнеса. Предприниматели географически со всей области, с каждого района, из 19 районов, 5 городов областного значения. Мне очень понравился первый учредительный сбор, когда я не просто выслушал предпринимателей, которые не заинтересованы в развитии бизнеса, не заинтересованы в развитии государства, а вот как раз то, что я хотел от них услышать, вы знаете, особенно конструктивную работу, которой им было недостаточно, я услышал и критику власти, и я сразу заявил о том, что я готов и необходимо критиковать. Мы многое тоже можем не видеть, то, что происходит на низах, и вот когда предприниматель с Новоодесского района говорил о том, что происходит у них в городе Новоодесса, о том, что происходит в Новоодесском районе. Вы знаете, я многое для себя записал. Поэтому нами намечен план работы на ближайший месяц, и это буквально уже на этой неделе пройдет большая встреча с совещанием в Коблево на побережье, где будут представлены также малый и средний бизнес, свои проекты курортного сезона Николаевской области.
Также мы запланировали встречу с народными депутатами, что немаловажно для предпринимателей, опять-таки для работы в плане и налогообложения, в плане и бюджетного кодекса. И будут вноситься ряд вопросов, предложений народным депутатам, которые избраны от Николаевской области. Также на этом совете был избран глава совета, достаточно известный предприниматель Герасимчук Елена Андреевна. Проголосовали единогласно, и очень было приятно, что данная кандидатура обсуждалась демократично и вносились предложения от каждого района. Вадим Иванович, но все же вы выслушали претензии, проблемы предпринимателей. Все же какие они? Ну вот основные, на которые будут первоочередно обращены внимание. Бюрократические аппараты, соответственно, из-за бюрократических аппаратов есть и коррупция, а также в органах исполнительной власти непрофессиональные люди. А особенно это, что касается районов и малых городов, городов районного подчинения. И, конечно же, я полностью согласен с теми выводами и предложениями, которые мне давали предприниматели. Я полностью поддерживаю, и сегодня я открыто заявлял по поводу конкурсов, которые мы проводим в райадминистрациях, в обладминистрации, а также по коммунальным предприятиям на те руководящие должности, которые сегодня не то что вакантные, а там, где мы готовы работать с эффективными менеджерами, государственными менеджерами, которые, к сожалению, сегодня, ну, скажем, дефициты на вес золота. Важны. Да, поэтому важны, очень важны, и нам их недостаточно. Вот. Но о местных налогах мы, конечно же, также проговорили, потому что сегодня необходимо бизнесу дать возможность встать на ноги после таких экономического кризиса в мире и в Украине. Вот. Также вопрос немаловажный – это давление на бизнес, который был все прошлые годы и, к большому сожалению, имеет штучный характер в нынешнее время. Поэтому я однозначно заявил, что являюсь вашим помощником, не просто главой обладминистрации, и готов работать в постоянном режиме, но информация должна нами обсуждаться и вноситься предложение. Также от предпринимателей поступило предложение о конструктивной работе с местными советами, потому что от местных советов очень многое зависит и в местном налогообложении, но и, конечно же, от ряда важных решений, которые выносят депутаты на рассмотрение местных советов. Вадим Иванович, следующий мой к вам вопрос, немножко наболевшие, так как повторяется он у нас с эфира в эфир, дороги. Конечно же, говорить сейчас о каком-либо результате, итогов даже ямочного ремонта, конечно же, рано, но все же, какое состояние сейчас дорог в области, насколько активны, насколько помогают, содействуют районы администрации. Ну, собственно, каковы итоги ремонта сейчас? Вы знаете, это у нас, наверное, традиционный с вами вопрос по поводу дорог. Да. Но вы видите, что в городах областного значения, ну, достаточно выполняют коммунальные предприятия ямочный ремонт, перейдут и к капитальному ремонту. Это и по улице Пушкинской от Большой Морской и до ЖД вокзала. Вот. И, конечно же, по другим магистральным улицам. Здесь немного проще, потому что в бюджеты городов были заложены изначально средства для ремонта как капитального, так и ямочного ремонта. Что касается дорог государственного значения, конечно, ситуация гораздо хуже, но в то же время мы сегодня совместно с облавтодором, с Укравтодором под наши гарантии предприятия, которые имеют мощность и потенциал, выполняют ремонт ямочный наших дорог без оплаты.
И вы знаете, ну, это, конечно же, риски предприятия, но в то же время вы видите, что направление Николаев-Первомайск достаточно приведено в нормальное состояние ямочным ремонтом. Это не капитальный ремонт. Другие направления Николаев-Одесса также приводились. И сейчас у нас основная проблема, там, где критическая ситуация сложилась, это Николаев-Днепропетровск, Николаев-Кировоград. И вот в некоторых местах у нас просто нет дороги, нет основания дороги, там необходим капитальный ремонт. Те предложения, которые сегодня вносятся от районных администраций совместно с облавтодором, я их не поддержал, потому что там не может быть процесса ямочного ремонта или просто засыпки определенной территории, определенного участка по причине того, что впереди у нас сезон уборки, и я понимаю, что данные участки будут приведены в то же состояние в кратчайшие сроки, в кратчайшие дни. Поэтому нам необходим только капитальный ремонт, только строительство на тех участках, где сегодня нет основания дороги. Мы сегодня также по данному вопросу еще будем обсуждать с замминистра инфраструктуры Васьковым Юрием. Я буду докладывать ситуацию о сложившейся в Николаевской области. Ну и, конечно же, ждем средств из бюджета на данные ремонты. Что касается ямочного ремонта по двум этим направлением, он сегодня выполняется, причем выполняется с двух сторон, это со стороны Казанки и со стороны Николаева, и вот они будут идти уже буквально до проблемных участков для того, чтобы максимально и в кратчайшие сроки привести проблемные участки в порядок. Да. Это, я думаю, что займет, конечно же, еще время, июнь месяц, и до конца июня я надеюсь, что вот при усилии всех и чиновников, и бизнеса, и тех подрядных организаций, которые сегодня поддержали, мы это сможем сделать. Также я хотел бы поблагодарить компании, николаевские компании, которые сегодня оказали материальную поддержку на приобретение топлива для ремонта дорог. Это и компания «Небулон» в лице Алексея Водотурского, это и компания «Эвери», которые сегодня готовы идти навстречу во всех социальных проблемах, экономических проблемах Николаевской области. Поэтому я надеюсь, что вот мы все-таки выйдем из этого тупика. Вадим Иванович, хочу вас еще спросить о таком. Офис реформ. Что он собой подразумевает и насколько эффективно объединение громад и районных администраций? Насколько вообще эффективна эта реализация? Что он даст? Конечно же, эффективно. И я верю в данную реформу, так как мы, в принципе, вообще живем и работаем в период политических, административных и экономических реформ. Буквально в 2014 году, в декабре месяце, никто не верил в реформу децентрализации, о которой заявил первый президент Украины и сказал, как необходима сегодня децентрализация для наших регионов. Поверьте, что вот сейчас города и районы ощущают децентрализацию. Первого этапа – это экономическая децентрализация. И я, конечно, могу привести примеры, если интересно, выполнение бюджета. Так сегодня наши города и районы перевыполняют план бюджета от 30 до 80%. И это означает, что они помимо запланированных смогут еще и по итогам 6 месяцев перераспределять средства на медицину, на образование, на ремонт дорог. Что касается реформы. Реформы, территориальные реформы добровольного объединения территориальных общин. Да, эта реформа очень сложная, но, поверьте, она необходимая. Через данные реформы прошли практически все европейские развитые страны. И вот приведу пример Польши, к
которая к нам очень близко. Мы помним Польшу 80-х годов, мы помним Польшу 90-х годов, и мы знаем Польшу 2000-х годов. Как сегодня Польша развивается экономически, социально. Вот, это, конечно же, колоссальные изменения. Поэтому нам эта реформа очень важна. Сегодня в области работает офис реформ, который объясняет, что, какие плюсы будут от выполнения данной реформы. Она не пройдет в этом году. Мы только начали работать. Нам необходимо очень многое объяснить. Прежде всего, депутатам местных советов, от поселковых, сельских, районных до областных. После чего должны разработаны быть перспективные планы объединения территориальных общин. Я вам приведу пример. Допустим, Жовтневий район из 19 сельских советов по перспективному плану будет 4 сельских совета. Есть определенные рамки, да, за которые они могут выходить. Это, допустим, не более 25 километров от центра, территориального центра и так далее. Это по учебным заведениям, по дошкольным заведениям, по медицинским заведениям. И вот в связи с этим офис совместно с главами районных администраций, совместно с депутатами местных советов, поселковых советов, они проводят анализ, формируют и выносят предложение на сессию областного совета. Перед тем, как вынести, естественно, депутаты областного совета все ознакомятся на профильных комиссиях. И если будет поддержан в целом проект по области, значит, этот проект будет подан на Министерство региональной политики, Минрегионбуд, там, где уже будут рассматривать, утверждать и дальше проектировать. Соответственно, в 2016 году те территориальные громады, которые будут готовы добровольно объединиться, они проголосуют, после чего будут обратно вынесены на сессию областного совета и на сессию Верховной Рады. Только такой метод. Других никаких насильных методов не будет происходить. Это первое. Но что в этом еще очень важно? Вот я завтра буду на Кимбургской косе в село Покровка с личным приемом. И где будут проходить совещания с депутатами местных советов, будет поселковая глава. И вот здесь очень важно объяснить плюсы, те, которые они получат от данной реформы. Если у нас речь идет о главе сельского совета, который может не стать главой сельского совета и потерять какие-то там рычаги власти, но это одно. Только давайте подумаем о нашей громаде, давайте подумаем о наших детях и о перспективе, как области, так и того населенного пункта. Ну и на эту тему, в общем, можно говорить очень долго, поэтому сегодня работают наши эксперты совместно, еще раз повторяю, с депутатами, вот, которые отрабатывают, которые проектируют и полностью просчитывают как экономический, так и социальный уровень, который они смогут получить после объединения. Процедура понятна, конечно же, главное, чтобы был результат. И, Вадим Иванович, еще один вопрос к вам с аэропортом. Судьба нашего Николаевского аэропорта и, ну, конечно же, наверное, в этом вопросе еще один как вводный, это дальнейшая судьба его директора, его руководителя. Что ожидает это коммунальное предприятие? Однозначно, коммунальное предприятие, международный аэропорт Николаев необходимо выводить из кризиса. И я неоднократно говорил, что данная проблема, как экономическая, вот, так и, поверьте, социальная, потому что люди сегодня не получают 4 месяца заработную плату, вот, она не одного дня, и она не 2014-2015 годов. Это проблема пятилетием, это проблема уже около 7 лет. Поэтому направлены все возможные письма и обращения, которые зависели от обл. Администрации и областного совета.
Сегодня нам важно выйти на решение. Создана комиссия по выходу из кризисной ситуации, сложившейся ситуации на данном предприятии. Мы в полном контакте с профсоюзным, с профсоюзной организацией данного предприятия. Сегодня мы готовы на смену руководителя, которого готовы принять работники коммунального предприятия. Мы сегодня готовы проводить переговоры с предприятиями, которые имеют кредиторскую задолженность. Мы сегодня проводим переговоры с Министерством обороны для того, чтобы выйти на решение как совместного использования, так и полной передачи в государственную собственность Министерству обороны. Самое главное, как обладминистрации, вот как областному совету выйти из кризиса, оставить аэропорт профильным, чтобы это было профильное предприятие, то ли это военный аэродром с использованием части в гражданской авиации, но никто не оставил, и мы однозначно эту проблему решим. Потому что если бы у нас было желание банкротить данное предприятие, ликвидировать данное предприятие, ну, наверное, бы уже это решение было принято. Нет, мы делаем все для того, чтобы данное предприятие спасти. Я неоднократно говорил, что это и визитная карта для области, но я и говорил, что это стратегический объект. И почему я говорю, если это не коммерческого использования в гражданских целях, значит, этот стратегический объект должен принадлежать государству. Кабинет министров Украины запросил ряд еще дополнительных материалов по данному объекту. Ну, мы выходим на уже завершительные процессы. Вадим Иванович, время нашего эфира уже истекло. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы ответили на все мои вопросы. Спасибо вам большое за диалог. А нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, гостем нашої студії був голова облдержадміністрації Вадим Маріков. На все добре.